Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и решил я тут маленечко отойти от Dying Light, да, угасающего света, и поиграть в онлайн-игрушку, стрелялочка какая-то, Will to Live. С английским у меня тяжело, гуглить я не стал, как это переводится. Если кому-то будет интересно, сами погуглите. Ну а мы посмотрим здесь, что к чему. То есть я маленечко смотрел там эти видосы по ней. Чем-то она напоминает сталкера, но что к чему, и тут вообще не в курсе. Так, есть разные сервера. Последний сервер, на котором вы играли. Играл. Чудесно. Рекомендуемый сервер. То есть вот этот мне сервер рекомендую, да? Я даже это... Не в курсе, что я тут играл. MSK3. Так, и чё... Что это означает? Почему время 0.57? Это что такое время сервера? Ну, тут вот есть и в американский XP. Ну, на каком там языке или кто играет? Ну, полюбасу на всех серверах и русскоязычные есть, и не русские будут. Давай вот сюда попробуем, посмотрим. MSK3 персонажа. Надо создать персонажа, да? О, мужик. Что здесь так? Это кто? Старатель. Большие крепкие ребята, которые не боятся ни тяжелой работы, ни боя на коротких дистанциях. Прямолинейные и четкие действия вместе с мощным оружием творят чудеса. Ну, это не про меня. Охотник. Их обычно характеризуют как угрюмых и нелюдимых. Большую часть своей жизни охотники проводят вдали от относительно безопасных городов в поисках спрятанных сокровищ и смысла жизни. Они неразговорчивы, но зато хорошо стреляют. Ну, это вот мне больше подходит. Наемник. Профессиональные военные отлично обращаются с любым типом оружия и, что самое главное, умеют и любят сражаться. Наемники – это основная движущая сила любого сражения. Они всегда находятся в гуще событий. Нет, это не мне. Инженер. Ботаники не могут сражаться. Это вы просто не видели современных инженеров. Легкое, но эффективное оружие вместе с отличными знаниями саперского дела могут переломить ход любой битвы. Ну, тоже не про меня. Я вот охотника выберу. Посмотрим, что с ним будет. Так, теперь... Че, мужик, баба? Ну, за бабу-то я точно играть не буду. Телосложение среднее, нет. Давай, мускулиста, вот. Возьмем качка. А, так, башка. Че с головой у тебя? Ну-ка. Нет, это мне не нравится. Нет. Так. Давай вот так оставим тебе голову. Цвет волос можно еще, смотри, сменить. Че ты какой, давай. Это нет. Темный сильно. Вот этот цвет. Пусть... А он, по-моему, и был, да? Отвернулся назад. Так, что, майка. Безрукавка не вариант. Вот это. Такая прям. Ну-ка, давай посмотрим. Основной цвет. Черный. И этот пусть будет. Пусть он у меня, короче, будет с черным. Я ж охотник, я угрюмый. Так, основной рисунок. А что... А это дополнительный рисунок, да? Не, нифига, я же охотник, я должен быть угрюмым. Штаны. Ну, что за адидасы это какие-то непонятные. Джинсы, ботинки. А это что такое? А это вот так. Ну-ка, давай, цвет. Цвет черный. А, хорошо, ботинки. Тут еще какие-то кроссовки, кеды и... Ну нет, мне по говну там всякому ходить, по болотам, пусть будут нормальные ботинки. Очки, что, прозрачность. Ну-ка, давай мы сделаем их черными и прозрачность посмотрим, что вообще. Ну-ка, посмотри на меня, что ты отвернулся. Ну ты там это, глаза видно. Бать, или это не глаза там было видно. Он, короче, так это как будто там глаза у него видно. Так, а как бы тебя повернуть-то, чтобы понимать, видно глаза или огоньки светятся? Чтобы так вот чуть-чуть. Вот, 87% пусть будет. Ладно, окей, часы. Часы либо есть, либо нет, пусть будут. И рюкзак, да? Основной цвет. И основной цвет тоже все черное. Надо было сразу... Вот, все черное. То есть ты охотник. Хотя хер его знает. В зеленой листве-то, может, надо было не черное все делать. Посмотрим. Не знаю, в общем. Имя. А,
пробел нельзя ставить, да? Penny Preds. Давай создаем. И, ну что, начнем. Что тут у меня? Силы 4, ловкость 5. А это интересно, можно будет прокачивать эти все параметры? А что такое редактировать персонажа? Это в редактирование, да, вернуться? Настройки. Так, а что за настройки? Давай-то глянем. Так, графика. Ла-ла-ла-ла. Так, тут что-то все очень высокое. Ограничение частоты кадров. Частоту кадров надо ли ограничивать? 0. 0 это, наверное, не надо, да? Размеры пула, текстур. Основной монитор. Отобразить окно на основном мониторе. Только в оконном это не надо. Качество графики максимально. Резкость изображения. Постобработка. Что это такое? Уровень гаммы. Хер его знает. Стерео высокое. 100-100-100. Микрофон. Управление. Чувствительность мыши. Да вроде нормальная чувствительность. Так, прицеливание через прицел. Инвертировать мышь не надо. Так, доп кнопка. Хер его. Вперед, назад. При посмотр вниз. А что, мышкой нельзя вниз смотреть, да? То есть надо будет эти нажимать кнопки. Использовать. Так, использовать мы однозначно берем на Е, ставим. Потому что на F использовать это какой-то дебилизм просто. Прыжок, space. Бег, левый shift. Левый shift. Левый shift. И присесть, левый control. Так, это в принципе удобно, да? Что на Alt у нас тут есть? А, прицел, огонь. Бросить гайку. Вот давай гайку мы на F бросим, да? Ну, гайку, вот в сталкере же он там эти гайки, болты бросал там, да, все было. Так, escape, left, alt, задержка дыхания. А, это он дыхание будет задерживать. Так, давай основные посмотрим. Прыжок, бег, left, а это что значит? Удерживать, удерживать. Эта кнопка уже назначена или будет сброшена на другое действие? Продолжить? Нет. Не понял, зачем, что удерживать? Бег, лев, shift. Ну давай, применяем. Окей, так, что интерфейс? Цвет перекрестия. Ну так, это идентификация. Идентификация игроков, идентификация монстров. Дистанция упрощенная, идентификация монстров 50. NPC, дистанция упрощенная, персонажей 15. Так, а что 15? Подожди, давай тоже 50 сделаем. Я что, только с 15 этих там чего, метров, шагов смогу их идентифицировать, что ли? Мне надо издалека будет все идентифицировать, чтобы можно было со снайперки, если чего, высадить. Так, репутация 100%, фракции нету. Че, тут еще магазин какой-то есть, что-то купить можно, да? Давай посмотрим. При стрельбе по движущейся мишени, даже на коротких дистанциях, необходимо делать. Ну, раз необходимо делать, значит будем делать. А что делать, я так и не прочитал. Так, медик мне что-то базарит тут. Так, кто это у нас очухался тут? Ага. А где это я? Где я? Кто я? Когда я? Почему каждый начинает с этих вопросов? В общем, так на все вопросы тебе ответят те, кому это положено. Моя задача понять, в порядке ли ты или нет, и что с тобой делать дальше. Поэтому давай-ка ты сначала сходи к полосе препятствий. Надо проверить координацию движения и вообще все ли у тебя нормально восстановилось. Как скажете, док. Так, что? Я уже что-то завершил. 9.07. Мне вот интересно, 9.07 это время сервера. Ну, падла, по какому времени показывать? Потому что у меня вот сейчас по Москве, ну, по крайней мере, только 9 часов показывает. Я не знаю, откуда 7 минут. Даже еще 9 нету показывает. То есть у меня с Москвой разница 4 часа. Как вот 9.07? Ну-ка, давай. А ёпты, тут надо shift держать, чтобы бегать. Падло, как неудобно-то. Как вообще неудобно. Так, а что здесь? Курочка. ПК запрещен. А, или это зона, в которой ПК запрещена. Ну-ка. А курицу-то можно хоть убить, там, затоптать? Иди сюда, я тебя потопчу, курочка. Ну, давай. Убегаешь, не хочешь. Да и ты мне тоже неинтересно. Так, а что, где? Найти полосу препятствий. Ну-ка, карта, что... А вот карта. Ну, что-то вот похоже на сталкеры. И знаете, что мне еще вот эти вот текстуры мист напоминают? Мист survival. Что-то вот похожее такое. Тоже какая-то такая цветовая гамма, палитра. Потому что в сталкеры-то я уже давно не играл. Солдат. Нажмите Е, чтобы поговорить. О, смотрите, у нас новенький.
Привет, меня доктор прислал. Он сказал, что нужно проверить меня после восстановления. Ну, раз он прислал, то значит проверим. В конце полосы препятствий находится мой товарищ. Ну, так вот, доберешься до нее, до него. Прыгай, приседай, как хочешь, только доберись. Хорошо, я попробую. Это один вариант. И второе, это же совсем легко. Давайте будем считать, что я уже прошел. Не, давай, хорошо, попробуем. То есть я вообще первый раз в эту игру играю. Так, обучение. Вы можете быстро передвигаться, используя левый shift. Окей. А, смотри, подожди, а ты что, никак в этом Дайланде, то есть, да? То есть ты не это? То есть ты перепрыгивать через них не можешь. Ну, пиздец, блин. Ой. Так, режим приседа. Левый контрол поможет вам присяг. Понятно. Давай. Так, а контрол надо тоже будет? Вот смотри, контрол по кнопке работает. А почему шифта держать тогда надо? И чё? Через небольшие препятствия персонаж перешагивает сам. Для более высоких поможет прыжок. Ну окей. Слушай, а вот чё, неужели? Смотри, вот эти мешки точно как в этом, в Мисте. То есть вот прям практически идентичные. В Мист. Не, я... Слушай, тут, конечно, координация какая-то прям очень странная. То есть неужели вот бочки ниже, чем вот те вот перила? Он на бочку смог запрыгнуть, а сюда нет. И в чем тут соль-то, ну? Обучение. С некоторыми объектами можно взаимодействовать. Например, это могут быть кнопки дверей, лестницы, прочие объекты. Хорошо. Взаимодействуем. А, еще и надо держать, да? Полоса препятствий помощи. Пропустить текущий этап полосы препятствий. Показать справку о текущем. Вернуться. Пропустить выход с полосы. Я не понял, что надо-то тебе? А, или я кнопку нажимаю, он мне предлагает там типа пропустить, там, да? Давай вот так. Прыжки и бег расходуют выносливости. Вы не сможете совершать эти действия, если уровень выносливости будет очень низким. Выносливость сама восстанавливается со временем. Чтобы быстрее восстановить выносливость, используйте режим приседа. То есть сел на корточки и выносливость остановилась. Так, а где выносливость? Полоска выносливости на какой этой? Так, а здесь, походу, надо прыгать будет, да? Что-то я не понял. Ну и чё? Не, вот чё за логика такая? Вот если уровень бочек, он... Блядь, там на сантиметр меньше, да? Ну, вот так ты... Вот ты конь, блядь. А, я сейчас чё, ещё и не выйду, да, отсюда? Да иди ты нахер. А чё я... Вот... Не, ну это глупость как-то. Почему я вот здесь-то не могу пропрыгнуть? Пиздец, пиздец. Ну ладно, давай. Так, а здесь? Здесь я... Вы поняли? То есть я просто как будто в стену невидимую врезался. Вообще прям супер. Не, ну мне прям, конечно, нравится вот это вот. Ой, блядь, кривожопый. Я, конечно, хер его знает. Насколько меня хватит. То есть, насколько тут будет интересный сюжет. Насколько тут будет интересный, там, захватывающий, увлекательный сюжет, там, да. Сейчас я только после обучения за пределы выйду, меня сразу кто-нибудь шмальнет. Это как в этой, в Lineage было. Только ты где-нибудь на локации резнулся. Если прыгнуть во время бега, можно совершить более длинный прыжок. Попробуйте перепрыгнуть на другую сторону, используя комбинацию клавиш левого шифта и спейсбара. Спейсбара, прыжка просто, скажите, что... Спейсбар. Подожди, а куда мне прыгнуть-то надо? Туда? Или вот туда? Вы тоже такие это интересные. А, ну если судя по тому, что друган там какое-то тело стоит. И как тут расстояние-то ни хера нету. Спейсбар. Ну вот нихуя не... Капец, вот неудобно реально. То есть так, подожди, надо тогда... Потому что приходится держать shift,
вперед и прыгать. И чё? То есть, не, подожди. А, это вот так. Сюда мы залазим, да? Ну-ка, давай. Вот так. То есть, надо по-другому пальцы тут держать. Солдат. Ну, давай присядем. Так, солдат, ты в порядке? Фу, старею, что ли, одышка даже есть. Да не, это нормально в том случае. Ну и что скажете про меня? Похоже, ты в порядке. Но у нас осталась еще одна вещь. Надо проверить твои стрелковые навыки. Сходи на стрельбище. Давай сходим на стрельбище. Так, ты мне только скажи. О, смотри, кто-то еще там это. Чувак какой-то. О, походу заметил. А, он похоже так же, как я, смотри, страдает. Видишь, он тоже в недоумении говорит, какого я хера, что за хэ, я почему не могу пройти? Сука, люди разные, мысли-то одинаковые. Так, давай сюда. Ну, а, то есть надо было вот здесь спуститься. А я, короче, просто взял это. Присел и с ним побазарил. Сука, на... Ладно, стрельбище. А, вот оно, это стрельбище. Ну, первые такие вот ощущения игры. О, курицы. Первый. А так, а они каждый с ним, с каждым можно вот с таким синей точкой взаимодействовать? Или шеф-повар? Рожа-то пиздец. Смотрите, рожа какого шеф-повара. Ёб твою мать. Интересно, что ты там, чем ты там, из чего ты там готовишь? Это НПС, солдат. С этим, смотри, можно взаимодействовать. Привет, что привело тебя? Мне надо идти. Нормально. А ничего-то никто не говорит. Ничего не это. Может, потому что у игры ранний доступ, поэтому то они никто там... Это тир? Скажите мне, пожалуйста, это тир? Солдат, нажмите Е, чтобы поговорить. Привет, друг. Прежде чем покинуть это место, тебе нужно проверить свои стрелковые навыки. Вот, держи этот пистолет и постреляй по мишеням. Только помни, ты не можешь взять это оружие с собой, потому что оно мне еще нужно для тренировки новичков вроде тебя. Когда закончишь, можешь зайти в палатку к командиру. Хорошо, я постараюсь. Перезарядка R. Давай. Подожди, а мне... В кого стрелять мне надо? Давай. Начнем сперва с того, в кого мне нужно стрелять. В какие мишени? Стреляйте по мишеням. Мишени 5. Так, давай. А, то есть... Вот оно как. То есть надо было сперва... То есть пистолет еще не заряженный. А это... Это урон или это очки? Это что такое? 3 из 5. Ну-ка, давай дальнюю. А в башку? 106. Нормально. Стреляйте по мишеням до завершения. Ну, все, я завершил, получается, да? Ну-ка, я могу в тебя... А, так тут, подожди, тут еще... А вот так вот можно? Ну-ка, в тебя я могу ее шмальнуть? Хер-то там, да? Хер-то там ночевал. Блин, вот то, что shift приходится... Это... Так, а что ты мне показываешь там еще какую-то эту? Что надо-то? Вы, ну... Так, задание. Фонарик на L. Вы не состоите в клане. Это хрен с тобой. Приложение. Продолжение. Так, G. Группа. Вы не состоите в группе. F. У вас нет гайк в инвентаре для броска. N. Обучение. Отвали. Так, это... Тактические. Так, чтобы закрыть... Так, я... А, мне же он сказал, потом к командиру подойдешь. Точно. Командарм. Командар. Командор. Начальник лагеря. Здорово, боец. Рад, что ты очухался. Да, только я не понимаю, где я и почему я здесь. Оно и видно. Выглядишь ты, конечно, паршиво. Тебе крепко досталось, когда тебя все привезли пару недель назад. Мы думали, что ты уже не выкарабкаешься. Я не знаю, что с тобой приключилось, но Михалыч тебе может рассказать больше. Это его бойцы тебя вытащили. Кстати, ты за свои вещи не переживай. Все, что было про тебя, все сможешь забрать у Михалыча. Михалыч?
Ага, это наш командир. Ты его в городе сможешь найти. Что за город? Да, не повезло, но не волнуйся, все будет хорошо. На данный момент один из моих бойцов отправляется в город. Он тебя проводит. Найди его у ворот. Спасибо. Ну давай, удачи тебе и поторопись, а то мой боец без тебя уйдет. Да? Вот я сейчас ради прикола, вот здесь вот целый час постою. Уйдет твой боец без меня или нет? Или это так, ты просто для красного словца сказал? Так, ну что, будем мизинцем на shift нажимать? По-другому я их черт его знает, как тут бегать. Слушай, ну это получается русская игра, да, раз он там Михалыч, там это. Что-то, ну, сюжет что-то со сталкером. Тут того, этот, как он там, какой-то там сталкер рассвет, или как я там играл. Не, ну, ребят, любители, фанаты сталкера, вы, конечно, извините, я просто, я знаю, что там сталкера несколько частей, я в какую-то играл, где сюжет там был, он взорвался на грузовике где-то там, и потом тоже там память потерял, страдал амнезией, бегал там, искал. Вот, и здесь что-то чем-то вот этот сюжет тоже напоминает. Проводник, здорово, это мне о тебе начальник лагеря сообщил. Чего копошишься? Давай скорее, уже выдвигаемся в город. Ну ты как, готов? Да, готов. Город солнечный. Ну, солнечный, ну, прям реально, ну, реально Чернобыль. Я все винтовки покупал, то есть и белку, и койота. А есть смысл брать это все? Ой, ебать, я тут еще с кем-то в чате нахожусь. Там в дальнейшем надо будет прокачивать это все, но не знаю, ну просто если есть бабло, то бери. Так, подожди, а как мне Нет отключить бабла, чат? не бери. Не, ну просто там прокачивать долго, нет, ну так, блядь, просто взять, побегать там. Не знаю, я обычно так по кустам пробежался, Так, потом на что я не... животных бежу Что больше. делать-то? Я, сука, Ладно, ладно. Counter-Strike началась, да? У меня просто это тоже охотник есть, я вот все не знаю, что с ним делать. Прикольно. Так, поговорить с Михалычем. Поговорить с Михалычем. Вы в безопасной зоне. Так, подожди, а как мне... Стой, настройки. Чё, ну... Не, ну, конечно, так-то прикольно, что я игроков буду слышать. Качество звука, громкость музыки, эффектов, громкость голоса персонажа, громкость голосового общения, громкость звука интерфейса VIP включен. Подожди, а если я отключу VIP, там что такое VIP? Может, это вот это и есть хрень, что я этих слышу там, да? Ребят. Чё тут сейчас? А тут все, больше, по-моему, никого нету. Не, слушай, ну вот это прикольно, что ты вот так вот это как бы слышишь. Ну, скорее всего, врагов ты не сможешь слышать, ну, издалека там, о чем они говорят, потому что, ну, ты их тогда идентифицировать сможешь, опознать. А вот друзей, союзников, наверное, сможешь, да? Давай-ка мы тогда ВАИП пока вернем на место. Подожди, а. Так, здесь. Слушай, ну вот это очень такое вот интересное. То есть ты можешь слушать других людей. Ты можешь слушать других людей. Так, ты кто? Доктор опять? Приветствую тебя. Слушай, док, я хожу и не пойму. Лицо твое что-то до боли знакомое. Мы раньше встречались? Ну так, кто тебя на ноги поднял? Конечно, лицо знакомое. Плюс ты на баре, вот сам его постоянно ошиваешься. У тебя есть брат? А, братца, братца отца, ёптать. Да, есть у меня брат, и мы близнецы. У меня есть шутка по этому поводу. А вы близнецы однояйцевые? Нет, разнояйцевые. А почему тогда у вас так лица похожи? Но яйца-то не похожи. А, вот оно что, разнояйцевые, значит. Береги себя, спасибо. Слушай, а как тут оказался? Покажи мне свои товары. Давай, товары мне покажи, что ты тут есть. Так, у меня, во-первых, что по бабкам? 50. Я олигарх. Слушай, прям средняя аптечка, маленький химический, маленький антидот, маленькая аптечка. Я хер его знает, что здесь можно купить, поэтому я ничего покупать и не буду. Поэтому пока еще я не понял и не освоился, что тут 50 монет всего и тратить 50 монет на это. Так, воип. Так, это у нас...
Подожди, вот это похожие персонажи. Но я их не слышу, да? Давай-ка мы вот так тогда сделаем звук. Применить. Или они просто не говорят? Блэк, вот это 15. Да, мы страдаем все с ним. А, вот что-то базарят. Ладно, пусть базарят, хоть это поугарать можно будет. Так, Кириш, что тут? Акбарс, Плюшка, Огонь. Так, ну-ка, Рафик. О, я смотрю, ты уже приходишь в себя. Иди сначала к Михалычу зайти, он тебя ждет. К Михалычу, вот ты, блядь, жук колхозный. К Михалычу. Что тоже гитарка вот эта, Тася, кладовщик. Привет тебе. Я хочу арендовать хранилище, расскажи о себе. Какое хранилище? Я скромный кладовщик, просто принимаю вещи на хранение. Могу и тебе с этим помочь. Понятно. У меня хранить-то нечего. Михалыч. А Михалыч где-то снаружи? Или где-то внутри? Оружейник. Привет, пани Пресс. Что тебя интересует? Товары покажи свои. Пустой баллончик для оружия. О, ну у меня на это даже денег нету. Пошел я отсюда. Пошел я отсюда. Ну, Сталкер онлайн, да, получается это, или что? Все вот эти постройки, то есть это антураж, то есть Сталкер онлайн. Администрация, ух ты. Так, какая из них это? Не, ну в принципе игрушка так вот очень привлекательна. Так, о, Михалыч. Здорово, Михалыч. Привет, как самочувствие? Как самочувствие? Что это за место? Я смотрю, тебя не отпустило после контузии. Совсем память отшибло? Ты же со своими друзьями у нас в городе пару дней назад ошивался. Работу вроде как искали. Да, солнечный, последний оплот цивилизации в пустошах. С тобой было двое парней. Одного вы Маринадом звали, другого то ли Костя, то ли Андрей. Насколько я знаю, вы с нашими старателями подряжались в шахты ходить. Охрану вы себе изображали. Не то, чтобы наши чего-то боялись, сами кому угодно клешни завернут, но лишний ствол никогда не помешает. Муть одна в голове. А что дальше было? А что было? Веселье было. Опять залетные бандиты на наших ребят у шахты напасть пытались. Но не вышло. ГБР из города быстро среагировало. Зашли с тыл, как Далин копоти. Бардак такой был, что до сих пор разбираем. Народу полегло уйма с обеих сторон. А с друзьями моими что случилось? С того момента в городе они не появлялись. То ли погибли, то ли удрали. Мы тебя нашли без памяти. Шишка знатная на затылке была. Ну, насчет друзей и прочего, сходи-ка ты к Рафику. Он нас тот еще шпион. Вот, держи, этот пистолет у тебя нашли. Пистолет, пистолет, пистолетище. Так. Подожди, а что дальше-то делать? Привет. Что привело тебя ко мне? Я хочу задать вопрос. Спрашивай, а то есть дальше он это не базарит. Так, расскажи мне об этом месте. Это населенный пункт называется Солнечная Конфедерация. Обнаружила это место несколько лет назад. Выяснилось, что шахты и завод без города практически не пострадали после катастрофы. За столько лет мародеры даже не успели все растащить. Удивительно просто. Быть может, у этого города есть большое будущее, кто знает. Однако скажу, что тут многое уцелело. Это неспроста. Ты же знаешь, что люди воруют все, что плохо лежит. А тут будто бы жизни и не было. Одни мутанты. А, интересно, Михалыч, спрашиваю, что за поле под... Что за поле над городом? Купол над городом — это защитное поле, видал? Ряд с магазином, такую штуку непонятную, которая гудит. Вот так вот, это конденсатор или концентратор NDP-излучения. Он и создает это защитное поле. Мутанты этого поля жуть как боятся, поэтому и не заходят сюда. Понятно. Так, откуда взялась конфедерация? Конфедерация появилась в результате объединения вооруженных подразделений, которые не сильно пострадали и не потеряли командование. Военные взяли под свое крыло гражданское поселение,
обеспечив безопасность людей от полчищ мутантов. Понятно. Что такое черный закат? Я сам не так часто сталкивался с черным закатом. В основном по долгу службы мне приходилось иметь дело с мутантами. Черный закат появился немного позже, чем конфедерация. Когда конфедерация начала брать все под свой контроль, появились люди, которые были не согласны с новым порядком. Их, как оказалось, больше устраивало мародерство и беззаконие, которое появилось после катастрофы. Значит, они просто разбойники. Так, короче, завершить диалог. Ну, так, ну понятно. А что у тебя вопрос-то горит? Это у кого вопрос горит? У тебя горит вопрос, Михалыч? Или что? Откуда вопрос-то горит? Привет. Это населенный пункт. Все, побегай. Интересно, ну, что я не могу понять. У него горит этот крестик, ну не крестик, у него восклицательный знак. Типа, вроде у него какой-то там квест для меня или что-то. Хрен его знает. Так, а как тут это? Диалог, общение-то как тут происходит? Звук, управление, интерфейс. Показывать счетчик FPS. Ну-ка, давай-ка мы посмотрим, счетчик FPS в игре будет соответствовать с тем, что мне показывают. А скрывать чат после отправки сообщения. Использовать более строгий алгоритм. Скрывать. Нет гаек. Использовать местное время. Да, давай местное время будем. Управление. Движение вперед. Так. Ну тут нету звук. Режим динамиков, качество звука, громкость. Громкость звуков записывающего устройства. Так, я... Или они все услышат, что я говорю? Я что-то ничего не понимаю, блядь. Язык включить, постобработка, звук. Просто если они все слышат, что я говорю, ну как бы это не совсем прикольно будет. Не совсем приятно. Да и я не хочу, чтобы они слышали, что я говорю. Громкость, это как вот? Как по кнопке. Действие. Основная кнопка доп. Подожди, ну это доп кнопка. Так, движение. Использовать Е. Присесть. Показать. Скрывать чат, переходить, фильтровать. Показать, не обязательно. Высвободиться для сбега. Нет гаек в инвентаре. Идентификация. Идентификация игроков. Всегда отображать. Короче, я не знаю. Пока нахер никто не послал меня за то, что я тут разговариваю так постоянно. Поэтому будем разговаривать. Если с кем-то заобщаемся, то есть спросим, есть ли тут какие-то настройки, чтобы можно было сделать активацию там по кнопке или там еще как-то. Пока давай. Все тут трутся. Рафик. Привет, дорогой. Как твои дела? Да-то ты товар принес, который обещал? Товары? Да, недели две назад у тебя, вах, какой товар был. Разошелся быстро. Тебе что, память отшибла? Я, похоже, в какую-то передрягу втянулся. Видать, зацепило чем-то. Ничего не помню. Ты не знаешь ничего случаем? Обижаешь, слушай. Рафик не все знает. Но ты даже понимаешь, информация нынче денег стоит. Да где же мне их взять? Рафик может тебе с этим помочь. Работа тут всегда есть. Но ты тут в новичках, понимаешь. Серьезное дело тебе никто сразу вот так и не даст. Ну что скажешь? Ну рассказывай, что за работенка там. В общем, слушай, тут рядом с городом крыс что-то развелось. Зверьки-то они в принципе трусливые. Но когда их много, они доставляют немало проблем. Надо бы отстрелять их немного. В качестве доказательства выполненной работы принеси крысиные хвосты. Да запросто. Покажи мне твой. Я хочу посетить тир. Пока. Так, новое задание. Первая работа. Крысы. Так, подожди, у меня есть пистолет. Так, инвентарь. Так, у меня есть пистолет. Чудесно. На двоечке стоит. Так, это что такое? Так, это...
все хорошо. Там кто-то это. У кого-то там все хорошо, поняли? У кого-то там все хорошо. Ох, я сразу кирпичей навалил. Боже мой, думаю, Руин, давай к лесу, давай к лесу. А чего давай? И так все язык на плечо пообежали. Хоть на деревья полезем, рванули. Это ты с кем, чувак? Байки рассказываешь, как ты обосрался там. Вы покинули безопасную зону. Щит сейчас снимется. Так, псина. Синяя, это враги, интересно, вот, или что? И давай-ка мы, знаешь, что проверим? Если ты сейчас, если я сейчас сдохну, то где я возражусь? И это враг или друг? Так, это враг, получается, да? Это враг. ХП. Чё я с тебя взять могу? Да ни хера. О, смотри. Меня псы закусали. Три сраных пса. Щенки убили меня. Так, вы получили 14 опыта. Нет, я ничего за квест не получил. Так, я возрождаюсь здесь. Так, давай посмотрим. Так, это... F2, слот оборудования, голова. Так, что такое боеприпас? Это бинт. Подожди, то есть я здесь восстанавливаюсь, но с это... Так, подожди, а здесь что еще, жрать надо? 3D превью. То есть здесь надо и жрать, и пить? А это что? Это рюкзак, заполненность, да? Ну-ка, ХП восстанавливается. Ну, короче, ладно, я понял, что с собаками сейчас еще связываться не стоит. Собаки, они такие собаки, да? Так, здесь какие-то еще есть. Или подожди, или это... Ну, давай зайдем, посмотрим. Хаты закрыты. Сука, как это прям. Это что, Михалыч, что ли, сидит? Ох. Песенки, ёб мать, чтоб за это не забанили, что там песенки эти играют. Можно купить, но не желательно. Я знаю место, где она постоянно спавнит. О, поняли там. Ну отлично, а чувак. Стоит вообще в продаже? 10 этих монет. Водка, 10 монет стоит. Значит, примерно 6, если продавать. Ну, нет, смотри. Если он будет покупать 10 водки, это помогает. Так, давай мы. Чувствуешь, мне, знаете, что мне это? А если он пойдет собирать там... Прям крысу с пистолета мочить как-то вообще неинтересно. Ну и ХП у меня всего 5. Ой-ой-ой, здесь крыса бегает. Подожди, а сколько мне нужно крысиных этих хвостов, голов принести? Ну и где ты пищишь тут? Подожди, это вот эта крыса? Это вот эта крыса? Ёбаный в рот. Подожди, подожди, крыса, ты как, ты чё? На, то же зарядить сперва надо. Да в рот ты, блядь, тупость какая-то. Подожди, нихуя крыса, это слон какой-то, а не крыса. Это... Подожди, сколько он сказал ему этих крысиных хвостов надо принести? Да, блядь, где тут этот? Задания-то какие? Не, ну... Подожди, это вон там, вон крысы бегают? Я лучше, сука, щенков пойду убивать, чем этих крыс. Блядь, это... Не, ну реально крысы, это не крысы, это... Это падла слоны какие-то. Мини-слоны. Блин, прицел тоже надо настроить, чтобы это... О, грусть. Блин, осенью грибы не пособирал, так это... Сейчас хоть пособираю, да? А чё вы от меня убегаете-то, крысы? Вы чё за крысы-то такие? Так, давай мы тогда попробуем по одной, по две их выцепить. Но это не дело будет, если я сразу в толпу ворвусь. Без ХП. Братан, у тебя есть мухомор? Подожди, блядь, то базарит.
из мухоморов. Мне для квеста нужно. Нет, нету мухоморов. А как разговаривать? Голосовый чат на В. Ты мне скажи, как говорить-то, я вообще не знаю. Ты слышишь меня, нет? У меня грузди только есть. Все мухоморы нужны или не нужны? Мухоморы? Нет, мне крысиные хвосты нужны, мне мухоморы не нужны. Слушай, я тут полчаса всего играю, я еще понять ничего не могу, как разговаривать, как еще что-то. Поэтому, сорян. Вон еще крыса есть. Сука. Тут ты три выстрела в какую-то сраную крысу, три выстрела. Сколько мне хвостов-то надо? Что-то... О, блядь. Counter-Strike. Не зря играл, да? Крысу могу убить. Так, это, слышь, ты давай завязывай. Да сколько хвостов-то надо собрать? Так, подожди, мне надо куда-то с это... загаситься. Где крысы меня сейчас не достанут и... присесть. Давай мы присядем. Ох, нихера, там у кого-то автоматический, что ли, какой-то пистолет. Так, а патроны. Так, давай теперь Z. Z это оружка. X, C. Так, это что? X или C? Это C. А, включен. Бы. Мужское меню. Премиум информация, персонаж, правильно, навык. А, вот журнал заданий. Выполняем. Первая работа. Так, та-та-та. Может быть выполнено в группе. Рафик просил добыть крысеныши и принести хвосты в качестве доказательства выполнения работы. Крысеныши обитают как внутри солнечного, так и за забором. Обещал неплохо заплатить. Необходимо... А, 10, короче, надо собрать. То есть мне еще двух крысенышей надо завалить. А это третьего уровня было, прикиньте. Это было третьего уровня. Еще мясо какое-то крысиное. Так, и... Не, это, конечно, жесть. Вон еще слон. Вижу слона. Убили, все. Так, ну я получил 5 хп опыта, и чё? Так, все, я собрал. Первая работа может быть завершён. Угу. Погнали. Ну, довольно необычная онлайн такая. Прям. Вот для меня так загадка осталась. Вот парнишка тот, он слышал, что я ему говорил, или не слышал, что он... На какую кнопку тут, сука, взаимодействовать? Или это просто... Слушай, за мной бежит крыса, крыса бежит. И чё? А, ты в город не можешь зайти, ну слава богу. Фу. А, вон это выносливость. Средняя полоса это выносливость. Подожди, а там что за здоровяк такой? Смотри, там что за здоровяк носился? Вы видели? Вон, вот это ну, что такое? Это человек бегает там или кто? А чё он такой быстрый-то? Ептать, если он там бегает. Это на коровке, где ты... Чувака смотрел, туда же иди в этот домик, там где этот чувак дох на тубаретке. Ставь в рацию ага. Эти две батарейки и все. В коробке, ага.
Да, 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 именно в коровке. В самом низу. Нет, который. Нет, просто оно не отображается, куда идти, и все, я просто из-за этого запутался. Ты чувак дохлый рядом с рацией лежит. Осталось только у тебя дождаться. Вот твои хвосты держи. Ай, молодец, вот держи, честно заработано. Теперь по твоему вопросу. Когда вы возвращались из шахты, на ваш отряд напали бандиты. Их, конечно же, отбили, но многие из ваших погибли тоже. Что с твоими друзьями, я не знаю. Возможно, их убили, а возможно, их забрали в плен. Как появится информация, я дам тебе знать. Но в обмен на услуги. Окей. У этого 40-й уровень амуниция, ебать. Первые, то есть, ну, новички в основном такие же там, как я, да? Так, и чё? Я, ну, короче, скоро посмотрим. Так, и чё здесь? Однорукий бандит, и чё? Ой. Тебя только 8 уровень. О, да, ко мне из КС можно, получается, сейчас уже купить. Так, и чё? У тебя винтовки, только винтовки. Я чё, профукал или чё? Я чё-то, блядь, не понял. Снайпер, у тебя винтовки. Таблица выплат. У меня только из 10 уровня получили. Я чё, все жетоны сразу, что ли, спустил или чё? У тебя хранилище здесь есть? Да. Ой, блядь. А тут 10. Давайте, или задам сейчас. Я чё, все же... Прикольно, я все жетоны сейчас сразу, походу, проебал. Сейчас всё. Так. 150 жетонов было. Есть один панцирь шешни. Так, это мясо крысы. Общий вес. Сейчас я прицел посмотрю твой. Грусть. Это что такое? Шкура крысы. Ребята, есть у кого-нибудь один панцирь шешни, пожалуйста. Ну-ка, разделить, выбрать, уничтожить. Показать информацию. Так. Да вот тут-то вот, на комиссионке. То есть я не могу это жрать. Так. Через журнал заданий. Полевой лагерь. Выполнено, провалено. Так, у меня, по-моему, это все выполнено, да? Пока скрыть информацию. Поговорить с проводником, это все. Так, это что такое? Здоровье, выносливость и опыт. Опыт еще нужен, да? Еще нужен опыт. Друзья, враги. Этого нету. Клан нету, группа, почта, карта. Этого нету, карта. Так, это все закрывается. Не, блин, если они меня слышат, то это как бы это. Непонятно. А может только с какого-то уровня? Ну, тут 2-го уровня был он у меня. Ефремов. Кто со мной, Тим? Так. Какое событие? Рафик обронил ключи от своего хранилища где-то в городе Солнечный. Попробуйте найти их. Док. Здравствуй, Аяка. Как твои дела? Позволь на тебя посмотреть. Ты случаем не простыл? А не найдется еще работенки? Ну, я вижу, человек, ты сообразительный. Скажи, сможешь мне ромашки собрать? Мне тебе платить нечем особо, но зато смогу помочь с лекарствами. Без них тоже сейчас никуда. Как тебе такая сделка? Хорошо, соберу твои ромашки. А ты шутник, когда принесешь на колено, только не становись. Не все поймут. Ну, пошли ромашки соберем. А там, подожди, этот... Рафик ключи свои просохатил. И чё? И... Жить. То есть ключи это надо искать, получается, вот в этом интервале, да? Ну, то есть вот в этом зеленом круге очерченном. Так, а я их один ищу или там все ищут, интересно? То есть какие шансы там, например, найти ключи, если их там событие завершено? Кто-то уже нашел, да? Видать, кто-то знает, где они находятся. Ну, ладно. Так, эпидемия простуды. Погнали ромашки собирать. Ромашки. А
Это ромашка там или это крыса ходит? Это крысы. Подожди, а если, то есть я сейчас еще 10 крыс убью, мне Рафик за них еще заплатит или что? За хвосты. А он, подожди, он хвосты не собирает больше. Ху-ху, того там. Шмалялова. Тут патроны бесконечные, что ли, или что? А, тут надо еще... Вот оно что. А, давай, иди сюда. Ну почему ты автоматически-то не перезаряжаешься? Беспонт вообще, вот это неудобная, кстати, штука. Неудобно очень, что он автоматически не перезаряжается. Хвосты. Так, а где ромашки-то искать? Ромашки. О, ромашку вижу. Ты ромашка? Ты ромашка. Так, одну нашел. То есть ромашки они не обозначены. Надо просто ходить их собирать там, да? О, это что такое? Мухоморы? Так, у меня чувак там мухоморы спрашивал. Значит, они, скорее всего, пригодятся. Они, скорее всего, пригодятся. Если он спрашивал, сказал, значит, для какого-то квеста нужны будут. Давай соберем их сразу. Ну, если будут попадаться, то есть посмотрим. Что-то пока мне одни мухоморы попадаются вместо ромашек. Хуй его знает. Чё за фигня? А вот еще ромашку вижу. Блин. И мухомор, да? Мухомор, грусть, ромашка. Надо, наверное, собирать это все пока. Хер его знает. Для чего, конечно, это? Ну... Если это растет, значит для чего-то это нужно. А если для чего-то это нужно, то значит оно пригодится. А если оно пригодится, значит нам придется меньше времени тратить потом на поиски, чтобы это все собрать. Так, давай перезарядимся сразу. Так, похоже, я ушел из зоны, где растут какие-либо ромашки, где водятся какие-либо крысы. Так, вот еще ромашка. Так, это шестая. То есть мне еще 4 ромашки надо найти. Блин, вот эта вот фигня, что сбор идет через вот это там. Ну, долго так надо держать. Интересно, тут можно прокачать какой-нибудь там навык. Так, мне сейчас интересно хотя бы уровень апнуть. Давай мы попробуем хотя бы апнуть уровень за сегодняшнюю серию. И посмотреть вообще, каким образом происходит прокачка персонажа. То есть мне просто тоже интересно. Хотя, то есть это... Ну, как бы игра, знаешь, из той серии, когда, ну, то есть можно не спеша, а то ходить тут, бродить. Ну, для таких угрюмых охотников, как я, это, наверное, самое то, да. Не спеша бродить. А что-то я не посмотрел. Персонажи, которые вот игровые, они внешне отличаются, если у них... Ну, выбран там класс какой-нибудь там, другой там, да, например. Так, еще бежит. Отличаются они или нет? Надо будет обратить как-то внимание. Так, что-то я опять на одних крыс каких-то нарвался, которые меня все хотят сожрать. Ты чё, туша? О, это что такое? Рюкзак чей-то, прикиньте. Чё там? Припасы. Подожди, это чей рюкзак? Это может кого-то это? К
кого-то убили они здесь? То есть это рюкзак какого-нибудь персонажа, то есть... Ну, еще не совсем понимаю, но... Думаю, со временем-то разберусь. Ну, вторую серию-то, наверное, я в любом случае буду записывать, то есть даже, наверное, не только вторую там, да? То есть довольно-таки необычная и интересная игра. Довольно необычная и интересная. Может, даже в каком-нибудь там... В группе в какой-нибудь с кем-нибудь сыграем. Так, а сейчас мне пока нужно... Вот еще ромашка. Блин, вот этот сбор, который надо на кнопку держать, он как бы напрягает малость. 8. Вот она. Ах ты ж в рот, тебя компот. Какой раз уже подкалываюсь с этим. С этой перезарядкой. А чё, патроны кончились, что ли? Подожди, а как так? По 8 же. О, мать, да ты это... Ты Бэтмен прям. Давай, 9. Еще одна осталась. Какие-то пустые прям крысы лежат, да? Это я обшаривал. Так, вот еще 10-я ромашка. Так, а я вот их собрал 10 штук. Я могу еще собрать? То есть собирает, да? Он собирает. Вот. Мухомор. То есть если я соберу, например, 20 ромашек. Ух ты. Меткость на нуле, да? Ну, то есть, к примеру, 20 ромашек соберу. И второй квест сразу там у доктора взять. Так. Он, блядь, топают, как эти, как слоны, там, бум-бум-бум, когтями своими. Так, а сколько мне... Сколько мне осталось... Непонятно, опыт. А сколько осталось-то? Опыт. Непонятно, сколько очков надо набрать. И есть ли смысл вот этим гриндом заниматься, убивать мобов? Или просто сделать, сдать квест, это больше очков дает. Ну, то есть просто если прокачивание идет на по принципу, то есть чем больше ты убьешь мобов. Так, а чё, я заражён или чё? Чё за хуйня-то? Чё я, почему я умираю? Чё случилось, то есть? То есть я сейчас сдохну? Ну и чё, я присяду. Я чё-то не понял, то есть я заражён? Как посмотреть этот, статистику там? Или персонажи, как вот посмотреть, что с ним? У вас нет гаек в инвентаре? Ну нету их, хер с тобой. Так, здоровье. Как понять, что со мной? Так, рецепты крафта. А, ничего не понял. Вообще, а ну... То есть, ну, вроде сейчас здоровье начинает увеличиваться. Вроде ХП начинает расти. О, чувак в адиках. В трениках. Ну-ка, давай, док. Все, собрал, как ты и просил, держи. Надеюсь, этого хватит. Отлично, вот, держи пару аптечек от меня в знак благодарности. По возможности приноси еще. А, то есть... Сбор ромашек это прям бесконечная, да, наверное, процесс. А не найдется еще работинг. Слушай, а как ты тут оказался? Когда мы были еще совсем мелкие с братом, конфедерация еще только набирала силы. Да и мутантов было тогда еще больше, чем сейчас. Так мы потеряли мать, жили с отцом в небольшой деревушке, небольшой группой людей. Недалеко тут.
Отцу сложно тогда приходилось, потому, считай, с пеленок помогали ему, чем могли, пока он жив был. Слава богу, от старости помер. По-человечески. Ты бы знал, сколько он жизни спас, людей он лечил. Я решил продолжить его дело, а так мы с братами вступили в добровольческие ряды конфедерации. Зарплата стабильная, да и с голоду не помрешь, и пользу приносишь. Я вон людей лечу, сейчас, сам знаешь, хороший врач на вес золота. Так что, если чего заболит, приходи, здоровье вмиг поправим. Чудесно. Так, я так понимаю, значит, все-таки разговор должен активироваться по кнопке. Потому что если бы он не по кнопке активировался, то здесь бы, наверное, скорее всего, такая хаос стоял бы. Так, и теперь меня интересует опыт. Смотри, он, по-моему, опыта мне дал за выполнение квеста. Так, а если я сейчас пойду Рафику, сдам... Может, я не буду? Сдам. Нет, ты будешь обязательно, потому что... гонять одно удовольствие. Мне нужно подзаработать. Так он охотник, ему не надо СКС. Давай посмотрим, шкурное дело. Не торопись, сыром подумай. Шкурное дело? Это время с этой... Обижаешь, конечно. В наше время работа всегда есть. А вот работников днем с огнем не сыщешь. Вы в прошлый раз хорошо себя показали. По крайней мере, стрелять точно умеешь. Я так понял, крыс ты пошугал, но меньше их от этого не стало. У меня тут заказ упал на крысиные шкуры. С них шапки умельцы делают. Ну, вправду, ведь крысы это не только ценные. Сейчас, пожалуй, закуплю, это уже немного дроби, потому что она мне понадобится. Побольше. Ты в деле? Я это сделаю. Отлично, тогда давай, буду ждать, когда мне принесешь удачу. Только у меня не дробь, а пули. Пошли отойдем. Так. Так, а что за вопрос? Вопрос. Шкур. А, подожди, я же там шкур каких-то понабрал, да? Водой. Ой, какие... Вот то, что ты просил. Ух ты, так я ему уже это, 250 опыта получил. Вы достигли уровня 2. Ай, молодец, держи жетонов, завершить диалог. 75 жетонов мне дал. Отлично. Слушай, ну не зря я крыс там мочил, да? Так, давай посмотрим, что же у нас с уровнем. Что же у нас с уровнем? Так, навыки. Ага, здесь есть... Здесь есть развитие, значит, персонажа. То есть можно его развивать. Так, это ж глубокие раны, очков навыков для изучения один. Стоимость отката 5000. Холодное оружие. Необходимо иметь навык холодное оружие 1. Так, а вот пистолетная точность. Очков навыков повышает точность пистолетов на 5%. Так, классовые навыки. Параметры персонажа. Нет, нету. Так, это винтовка 2. Ну ладно. Куплю обрез. Сейчас, так, это что такое? Переносимый вес. Увеличивает вес, точность. Так. Ну, кстати, где? Так, это что такое? Пистолетный урон. Очков навыков. Увеличивает урон на пистолет на 5%. А это что такое? Повышает точность пистолетов на 5%. Давай-ка мы урон прокачаем. Прокачаем урон. А чтобы сбросить, он пишет, нужно 5000 этих будет заплатить. А здесь что? 20 тысяч. Дальше там пом-пом-пом. Классовые навыки. Можно ли что-то вкачать? А, здесь надо 2 очка для изучения. Меткий снайпер, еще какие-то. Ага. Вот оно что. Так, ну что, ребята, наверное, давайте на этом все. На этом сегодня все. К этому мы вернемся чуть позже. Чуть позже. В принципе, игрушка пока что мне нравится. Ну, мне нужно еще кое-что тут разобраться с настройками. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, пишите ваши лайки, комментарии. Все. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. А я на шинах постою.